Всем привет! Сегодня поговорим о проекте Make. Make – это высококачественная медиаплатформа, созданная пользователями и распространяющая свою работу по всей сети. Созданный контент основан на технологии блокчейн и использует смарт-контракты, что в свою очередь обеспечит полную прозрачность и безопасность операций, проводимых на платформе. С помощью Make пользователь может сохранять и распространять их в любом приложении. Но это не предел данной платформы, так как с развитием платформы у участников будет возможность заключать соглашения с различными брендами относительно рекламы. Таким образом, любой пользователь может получить выгоду в виде токена, выпущенного платформой Make. Проект Make направлен на создание нового контента, в котором использование социальных сетей будет намного проще и займет намного меньше времени на просмотр рекламы, за что пользователь не получает никакого вознаграждения. Одним из самых быстрорастущих рынков является продажа файлов в сети. Благодаря интеграции технологии блокчейн в каждую из сфер деятельности людей, процесс продажи цифровых активов стал намного безопаснее предыдущей модели рыночного бизнеса. Сегодня рынок цифровых активов является одним из самых прибыльных. Таким образом, суточная стоимость рассматриваемых дел составляет миллиарды долларов США. Для реализации своих планов команда проекта запустила 2,5 миллиарда различных слов. Деньги пойдут на создание инновационных инструментов, которые позволят Make быть мощной, конкурентоспособной компанией. Ведите данный проект, над разработкой его работали специалисты из разных отраслей. Например, генеральным директором и основателем проекта является выпускник Северо-Восточного университета Ник Джонсон. Нику удалось собрать хороших специалистов со всего мира и объединить их в сильную команду. Партнеры компании делают отличные проекты, поддерживают благодаря многогранной идее. Платформа может заключать партнерские соглашения с абсолютно любым предприятием на рекламные услуги. Например, Sweetwear, компания, которая запустила бренд одежды с абсолютно инновационными технологиями, будет основана на платформе Make для запуска своего продукта в интернете. Далее, хотелось бы вам рассказать о дорожной карте. Она рассчитана на долгую перспективу до второго квартала 2020 года, как вы видите. В проекте насчет команды и насчет адвайзеров есть несколько русскоязычных адвайзеров, например, Алекс Линенко, Андрей Коротков и Илья Аникин. Это для нас, русскоязычных граждан, является хорошим знаком, как я считаю. Основные принципы работы вы видите вот на данном слайде. Поподробнее вы можете остановить видео и посмотреть. Вот. Далее хотелось бы сказать о цене токенов. Софткэп данного проекта составляет 2 миллиона долларов. Ну и, соответственно, верхняя точка 5 миллионов долларов. Private sale начнется с 1 октября 2018 года. И с 1 сентября до 30 октября. Public sale закончится 28 февраля 2019 года. Цена Make 1 цент. Хардкэп данного проекта 25 миллионов долларов, как вы можете видеть. Всего будет выпущено 5 миллиардов токенов. Минимальная инвестиция в данный проект составляет 100 долларов. Вот, ну, в общем-то, необходимо будет пройти процедуру верификации личности и так далее. Все, в общем-то, в привычной нам манере. Вот, подробнее вы сможете ознакомиться с проектом, переходя по ссылкам, которые я оставлю в описании. Здесь вы можете ознакомиться с продукцией Sweetwear Technology, которая будет сотрудничать как раз с данным проектом Make. Суть данного бренда одежды это в том, что высвечивается реклама, и за это начисляется тоже определенного рода вознаграждение в виде токенов. Человек может быть носителем любой рекламы. От порно-ресурсов до вот Mountain Dew и так далее. Может рекламировать даже Uber. Вот.
Это как раз можно представить, что это технологии будущего, потому что, возможно, в будущем реклама настолько поглотит наши умы, что мы будем ходить даже в одежде, которая будет являться рекламой. Вот, это, в общем-то, все, что хотелось бы сказать. И вывод, что идея данного проекта действительно уникальна, что привлекает большое внимание инвесторов. Сеть, то есть интернет, уже поглотила большую часть личного времени каждого человека. И создатели данного проекта ставят вопрос, а почему бы не оптимизировать данный процесс? Сделать данный проект — это решение многих проблем, которые существуют сегодня. Поможет оптимизировать время и улучшить, вывести на новый уровень рекламу. Чтобы подробнее ознакомиться, переходите по ссылкам, которые я оставлю в описании. Это будет ссылка на white paper, на данный сайт и на социальные сети и так далее. Всем спасибо за просмотр. До свидания.